Всем привет, меня зовут Марк Тимуров, я райдер команды Squad, и сегодня я расскажу вам про ботинки 32 Müller Boot. Это про-модель Николаса Мюллера, очень крутого райдера, одного из самых известных в мире. Также эти ботинки имеют корсет с затяжкой внутренника, который очень хорошо держит пятки. Также есть система Heel Hold вставок, которые позволяют отрегулировать давление на вашу стопу, чтобы ваша пятка плотнее держалась. И также есть система Recoil. Это система, которая позволяет добавить жесткости ботинку, когда он стал слишком мягким. Еще эти ботинки имеют стельку Elite Fit с настраиваемым супинатором, который позволяет подстроить стельку под вашу ногу. Также эти ботинки оснащены подошвой Michelin, которая очень цепкая, очень мягкая и хорошо гасит удар. Данные ботинки идут в двух расцветках, черная и очень крутая, на мой взгляд, тай-дай, и выполнены из очень качественных и приятных на ощупь материалов. На этот сезон я выбрал себе эту модель и остался доволен своим выбором. Советую эти ботинки к приобретению всем, кто любит очень хорошую поддержку стопы и жесткость ботинка. С вами был Марк Тимуров, всем пока!